В России, безусловно, есть будущее. Я очень надеюсь, что это будущее у России как у единой страны, которая не распадется на какие-то части. Есть будущее у российской экономики. В России заложен гигантский человеческий потенциал. Мы этот потенциал демонстрировали несколько предыдущих столетий. Во все критические для истории, собственно, человечества моменты русский народ показывал себя с лучшей стороны. Я думаю, что будущее России, безусловно, есть. И надеюсь, что в этом будущем, до которого все мы доживем, здоровыми и счастливыми, то, что происходит сейчас, покажется, ну, может быть, таким серым или промежуточным моментом в славной истории России.